Однако обильный снегопад в республике не только вызвал снежные заторы на дорогах, но и выявил таланты неизвестных народных умельцев. К созданию скульптур из снега жители республики подошли очень креативно, проявив все свое мастерство и смекалку. В социальных сетях появились не только снеговики разных видов, причем весьма необычные, но и удивительные фигуры горцев.